Старый добрый секрет из Skyrim Special Edition, друзья! Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван! Это мой канал Мистер Кэт! Да, Кэт! Начинаем! Мальчики и девочки, подписывайтесь в мою группу ВК. Там много разных интересных постов, и можно предложить именно вашу новость. Подписывайся. Ну что, ребят, мы сейчас в Айтране. Девочка шла задом, что ли? Ребят, мы сейчас в Айтране, и это особенность, интересная вещь, или даже секретная какая-то пасхалочка находится в доме теплых ветров. Вы можете приобрести, когда станете таном. Здесь так классно, уютно, тепло. Но это не самое главное. Идем дальше. Она появляется тогда, когда вы обустроите. Не знаю, полностью или нет. Ну, короче, нужно обустроить ваше жилище. И наверху, смотрите, есть хлеб. В принципе, что-то такого необычного. Обыкновенный хлеб. Но, друзья, вы посмотрите, каких он размеров. Черт подери, он просто огромен. Он в два. Нет, в три раза больше стандартного хлеба. Хотя по параметрам он добавляет точно так же, как и стандартный. Я не знаю, к чему это пасхалка, или просто какая-то особенность, или разработчики сделали такую вот фишечку, друзья. Но это действительно круто. Как ты думаешь, к чему такой большой хлеб, а? Напиши в комментариях. Друзья, в игре The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition есть такие вещи, как нож и вилка. У меня ранее было видео, вы можете его посмотреть в моем плейлисте «Секреты Скайрима», я вам советую. Но, друзья, смотрите, на эти вещи еще можно наносить зачарование. Да, зачарование. Вау! О, что это со мной только что было? Что-то странное тут творится. Смотрите, ребят, заходим, выпиваем зелье. Теперь предмет, вилка, самые большие камни душ и берем хаотический урон. 249. Следующая магия. Давайте урон огнем. 151. Зачаровали. Дальше давайте возьмем нож. Также большой камень душ, хаотический урон и электричеством. Зачаровали. И этот столовый набор превращается просто в что-то невероятное. Теперь, ребят, давайте протестируем на сложности легенда. Нож и вилка. Привет, великан. Вы посмотрите. Он разлетелся. Разлетелся за 3 секунды. По зачарованию и всем этим магическим фишкам, по зельям, у меня есть отдельный гайд. Отдельный огромный подробный гайд. Я советую вам его посмотреть, если вы хотите точно так вот зачаровывать эти все вещи. Далеко-далеко на севере, ребята, недалеко от Винтерхолда, Сартал, есть очень крутая фишка. И это вот этот огромный мамонт, который просто-напросто врос в эту глыбу, в этот лед. Между прочим, это еще прямая пасхалка. Помните, в самом-самом начале, как только игра выходила, был постер с точно таким же мамонтом. Сейчас я его найду и вам покажу. Классно, он единственный в игре, и это просто классно. Старенькая крутая фишка. Идем дальше. Друзья, первый уровень. Я сейчас нахожусь в Маркарте. Вот, вы сюда легко можете добраться от Вайтрана на повозке. И здесь находим подкаменную крепость. Этот секрет очень крутой для первоуровневых персонажей. Бежим прямо. Прямо. Здесь осматриваемся и
Ага, никого нет. Если никого нет, то отправляемся вот сюда. Теперь стелс. Иди сюда, Тихонечко. вход закрыт. Отстань. Лучше убирайся. Ой. Ребята, привет. А здесь у нас талморцы. Талморцы. И Андалимар командует талморцами сохраняемся и Тимар. навешаем им лящей. Что это? Что это я делаю? Ничего такого. Одному. Иди сюда. И третьему. Теперь забираем лут. Всех этих эльфов. И сдаемся. Ты можешь сказать в свою защиту? Я не виноват. Молодец. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем и гуляй. Конечно, после уплаты штрафа. 40, 40 монет. 40 монет! Я не знаю, с чем это связано, но талморцы тут не считаются как люди. Обычно за человеческую жизнь в любом городе ты платишь сразу 1000 септимум. А тут всего лишь 40. Ну подумаешь, талморы. Ну, убил я их. Ребят, вы понимаете, что за 40 септимум я получил 2 сета. 2 сета эльфийской брони. Смотрите. Раз, два. Легкая эльфийская, что для первого уровня это нифига себе. Талморская еще. И оружие. Это эльфийская булава. Просто. Просто на изи. Просто на изи-призи такой вот дар. Черт потери, всего лишь за 40, ну еще там на повозку я потратил 20 или 30 монет. Ну, друзья, это невероятный секрет для первого уровня ребят и очень крутой. Ставьте лайк, едем дальше. Друзья, в Фолкрите, в покоях Ярла, если мы аккуратненько проберемся, то здесь есть вот такая вот витрина. Мы ее взламываем. Давай-ка. Долго я взламываю, даже со скелетным ключом. И здесь есть уникальный древненорский амулет. Единственный, без зачарования, друзья. Единственный в своем роде. Вы можете простой забрать и вот такой вот древненорский. Если мы зайдем и посмотрим на него поподробнее, то он вот так вот выглядит. Изначально я думал, что на него можно наложить какие-то крутые чары с более мощным эффектом. Но нет, к сожалению, Special Edition, друзья, на него вообще нельзя никакие чары нанести. Я не знаю, может быть, он был изначально каким-то квестовым, может быть, что-то другое. Если у вас есть свои предположения, друзья, напишите в комментариях. Ребята, недалеко от Рифтона есть Форт Гринволл. И здесь есть интересная вещь. Проходим дальше. Как бы ничего, ничего особенного, но здесь есть вот такой вот колодец. Пещера, зеленая стена. Прыгаем сюда. И еще глубже. Здесь мы видим тело имперца. Очень много спиртного. Сундучок с уровневым лутом. И записка. Мы все знаем, предатель. Красть оружие и броню со склада? Еще чего. Если не хочешь, чтобы мы тебя сдали командиру, приходи к колодцу в полночь. Говорили же, что рекрутам из Рифтона веры нет. Вот такая вот знаете, фишечка, которая добавляет мини-микро-лор данного персонажа. То есть его просто-напросто утопили. Его же за то, что он воровал. Только непонятно, почему тут много спиртного так. А, они, наверное, его сначала напоили. Черт. Вау. Всплывай. Вот почему. Вот почему игра The Elder Scrolls Skyrim такая вот уникальная. Потому что она пропитана вот этим вот меленьким или большим огромным лором. Что просто постоянно мы что-то ищем, изучаем и находим. Ну что, друзья, на этом все. Я немножечко вам подготовил, и сейчас хочу показать персонажа, который будет в моем невероятно нестандартном
прохождении, которое вы еще не видели, друзья. Нужно немножечко еще подождать. Если есть какие-то предположения, как я буду проходить, напишите в комментариях. Все, друзья, счастья и пока!